Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в январе текущего года провел прямую линию, где ответил на 35 вопросов горожан в течение нескольких часов. На данный момент ресурсоснабжающие организации и представители госструктур республики подвели итоги работ по некоторым вопросам. Так, в ходе январской прямой линии главе поступил вопрос от жителя Махачкалы, который обратился с просьбой включить в план благоустройства двор дома по улице Юсупа Акаева, 9, в котором он проживает. Сейчас двор полностью обновлен, установлены детские и спортивные площадки, столбы уличного освещения, уложено асфальтобетонное покрытие и многое другое. Кроме того, в студию также поступали предложения о поддержке туристического проекта и бизнес-идей. Предприниматель Ахмед Магомедов обратился к главе и попросил посодействовать в решении одной из ключевых проблем отрасли – это отсутствие инфраструктуры. Вскоре после прямой линии Магомедова пригласили на встречу к первому вице-премьеру Дагестана Руслану Алиеву для рассмотрения ситуации. Было принято решение рассказать господдержку в рамках существующих инфраструктурных возможностей и предоставить ему возможность компенсировать часть денежных средств, потраченных на строительство объектов инфраструктуры. Глава республики также рассмотрел и социальные вопросы. Так была организована социальная помощь жителю селения Хебда Шамильского района, который попал в аварию и стал инвалидом. Пострадавший прикован к кровати и живет в маленьком 20-квадратном помещении с женой и детьми. На данный момент для инвалида предоставлена специальная функциональная кровать, и в будущем для него также будет организована вся необходимая помощь. А также была организована помощь и другим нуждающимся, обратившимся во время прямой линии. В скором времени 29 ноября пройдет очередная прямая линия с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Любой желающий может задать вопрос, позвонив по номеру, указанному на экране, а также оставить просьбу на портале вопросмеликов.ру или через телеграм-бот «Вопрос Меликов бот» и на странице главы ВКонтакте.